Я думал, что ее нет в живых. Может быть, это наивно, но это все, чем я живу, во что верю. Если он здесь, мы вправе им заинтересоваться, а заодно поискать вашу жену, раз она каким-то боком с этим связана. Что ж, будем искать Лаули. Кто-то помог ему въехать в Штаты. Вероятно, Дейл Ментон, его попечитель в ЦРУ. Где она? Здесь, в Майами. Значит, ты ее привез в качестве заложницы. Я привез ее из добрых чувств, чтобы я тебя не трогал, боясь твоей мести. Я никому не собираюсь мстить. Это противозаконно. Я не верю тебе. Кастилла. Твои внуки арестованы. Их взяли при попытке продажи 50 килограммов героина. Никто от тебя не прячется. Никто от тебя не бегает. Потому что ты ни для кого уже не представляешь опасности. Ты сам уже никто. Ты знал, что я пойду на все, лишь бы не нарушить закон. Да, в том числе на убийство. С годами старые враги узнают друг друга все лучше. И между ними возникает некая привязанность. В самом деле? Да. Я любила тебя. Всем сердцем любила. Я нашел тебя и снова теряю. Рад, что ты счастлива. Я могла быть счастлива с тобой, Мартин. Возможно, наши отношения продолжатся. Наша вражда?